Всем привет, ребят. Ну что-то не знаю, прям удивляет сегодня ночью. Не могу спокойно ни стрим запустить вам, ни видосики заснять, ни определить победителя. Короче, полная жесть. На русском сервере разработчики трешуют. Каким-то чудом с 8 по 20 у нас опять день замка владельца. За ежедневный вход вы получаете плюшки. Надо каждый день входить, потому что обнулится попытка. Итак, что мы имеем с этой акцией? Сейчас мы посмотрим. Акция эта уже у нас была недавно. Вот правило есть. Каждый день получить награду. Каждый день. 5 дней. В конце вы получаете особую награду. Сейчас посмотрим все награды, какие у нас в этот раз есть. Забрать. Вот за первый день у меня значки почета. Следующий день. Неплохо. Пакет орденов 30 штук, нифига себе. Третий, это, по-моему, по 20 тысяч, которые, если я не ошибаюсь. 30 штук, красавчики. За это однозначно лайк. Камень судьбы 20 штук тоже плюс. Крутые награды. Четвертый день, фигня полная. Так, пятый день, и выиграете сумка питомцев, четвертая 20, то есть можно получить донатных ящик славы 3. Ну, в принципе, относительно, я вам скажу, неплохо. Это радует. Пропала у нас музычка. Вот такие вот плюхи, не пропустите, заходите. Так, что там у нас сегодня? Угольная надо пройти. Мегагероями, как и в прошлый раз. Обычные герои мы, по-моему, в районе 500к набивали, если я не ошибаюсь. Вот радует, что ускорялки добавили бы они их еще на все локации, везде. И на архидемона вообще было бы люкс. И на смотрителей, испытания смотрителя, думаю, тоже бы прикольно было. Неплохо, неплохо роза смотрится. Да, стыковкой бодренько получается. Так, что там посливались? На отражалке, что ли? Да, все. Не, тыква есть. Я что-то думал, тыква у меня уже все. Отлично. А, это Анубис слился. Вот сволочь-то, а. Ух. Ух, ничего себе, 25-я волна, ребят, посмотрите, как трешуем. 645. Давайте посмотрим, что у меня были вообще за сборки героев, воодушевлениях. Ну, вот такие вот сборки без питомцев. А, видите, даже Анубис с огненкой слился. Вот такие вот дела. Ну, в общем, не пропускайте эту халяву, реально очень годные плюхи. Реально стоящие. Странно, что они среди недели это сделали. К 9 мая акция, что ли. Интересно, на какой волне Анубис начинает сливаться. В принципе, вроде и не должен, да. Но вот здесь у меня, как видите, герои без прорывов. То есть стабильные там вторые, первые. То есть
Они не прокачаны на максималку, и я их хочу сделать такой трешачок, не качать их дальше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 500. А, так, окей, идем на сардальку еще сбегаем, а то я что-то про сардалью вообще забыл. Где там моя сарделька? Вот она, родимая. Давайте имбу. Я говорил, просто изи какой-то. Надо после полуночи сразу заходить. Так, ну идем, заберем плюхи. В принципе, ордена вот это то, что надо. Можно получить карты, можно получить смотрителей, прокачать. Для новых аккаунтов это самое то, такие плюхи. Любые плюхи хорошо. А, так, ну что, поехали. Еще здесь трешанем хотя бы что-то забрать. Надо заняться сардалью, я уже не знаю, как себя заставить, чтобы каждый день фармить. Надо Android телефон себе взять, на планшете неудобно, на телефоне хоть можно будет периодически заходить. О, ничего себе, посмотрите, как мы тащим. Тащеры прям. Седьмая волна была. 7 лямов. Это уже результат. Ой, хорош, красавчики, посмотрите, что они делают. Ну что, будет новый результат или нет? 10 лямов, вот так вот сарделя оживилась. Так, надо не забывать, блин, сюда бы, конечно, мне минотавра было бы веселее. Что я расщедрился, дарю. То чувство, когда неинтересно в эти акции бегать. Не знаю, вот что-то на русском сервере вообще не прикалывает. Почему так? Наверное, большинство тоже точно так же пропускает. Так, скин на драйка надо дособирать, что ли? Что-то я вообще расслабился. Сейчас мы кого-то фарманем жестко. Сколько там, кстати, времени осталось? 2 дня. Это ужасно, ребят. Сделали бы 100% дроп. Нет, они ж злобятся, блин. Так, отлично. Что, можете поздравить? Есть скин на Дрейка. Наконец-то. Так, что у нас тут интересного?
Вот. Тут плюхи заберем. Все, надо купить самики, а то вечно как бомжик бегаю. Коробки, в общем, ничего себе на сардели ресурсов. Это жестко. Купидончик, повторочка. Отлично. В общем, вот такой вот видосик. Не забывайте про акцию. Всем удачи, всем пока.